проблема отсутствия мест в детских садах. Проблема сейчас все более остро проявляющаяся проблема нехватки школ. И, соответственно, нехватка вот той инфраструктуры, которая создает ту среду, которую мы называем комфортной. Череповец является самым большим поставщиком, скажем так, доходов в Вологодской области. Далеко не все эти деньги, которые здесь собираются, тратятся в Череповце. Я буду добиваться в законодательном собрании того, чтобы максимально нужная часть этих нам доходов, она оставалась именно в Череповце. Добрый день, господин Людмила Анатольевна, мою должность уже сказали. Итак, здравствуйте. Ну, в связи с ограниченным временем заниматься профессионалом. Соответственно, нужно думать о том, как сделать так, чтобы все дети... Все, спасибо большое. Спасибо, Алексей Николаевич.